Твої очі, як смарагди. У тебе такий мужній погляд. Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами. Я за тобою, як за стіною. А чому посуд не помити? Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки? Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш. Не підходь, ти все зіпсуєш. Ти геть нічого не розумієш. Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація». Вітаємо вас, дорогі і любі наші радіослухачі. Ми раді цій зустрічі і щиро вдячні Богові за можливість спілкуватися із світлими гостьми нашої студії і ділитися досвідом. Можливо, немає конкретної відповіді на те питання, що нас хвилює, але наші гості постійно направляють на того, у кого є відповіді на всі питання. В нашій студії сьогодні архієпископ Української реформаторської православної церкви, це отець Сергій Журавльов. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Очень рад приветствовать вас. Давно не был здесь на радио, но очень рад поделиться словом, свидетельством. Спасибо за визит. Спасибо. Мы молились перед этим, чтобы Господь касался тех, кого нужно. Да. Щось я не тією мовою заговорила. Добре. Відразу скажіть, от те, що ви почули 10 секунд тому, про шкарпетки, про шарлотку, це вам знайомо? Знайомо. Чи хто служить Богові, хто священницький сан носить? В нього трошки інше життя. Ну, може, трошки інше, але, в принципі, проблеми ті ж самі. У любого чоловіка, будь то релігіозник, або політик, або чоловік, займаючись чимось ще другим, мы мужчины и женщины, мы разные, мы живем, притираемся друг к другу на протяжении вот своей жизни. Я уже вот 30 лет как вот женат, и, конечно, все это мне прекрасно знакомо. Тем более, как священнослужителю, уже более чем 30-летнего такого опыта православного священнослужения и традиционного, и реформаторского, знаете ли, мне это очень, даже порой до боли знакомо, потому что приходится общаться с людьми очень разными, с людьми, порой приходящими в церковь с болью, с, знаете ли, порой с очень такой кровоточащей раной, да, в сердце, и ищущими ответов. Вот. И поэтому приходится выслушивать очень разные истории. Я даже порой говорю братьям, знаете ли, за эти годы столько всего как бы услышал я, что хоть книжки пиши на самом деле. Вот. И по милости Господней радуюсь тогда, когда люди получают ответы и когда восстанавливаются, когда уже не боль, а радость в сердцах людских. Тобто ви хочете сказати, що ось ця біда, яка трапляється з сімейними парами, коли вони в конфлікт до якоїсь точки дійшов, і потім вони приймають рішення розлучитися, що це є і серед священничества. Звісно, да. Ця проблема, вона, знаєте ли, взагалі в роді людському вона существує. І я думаю, що просто люди релігіозні, и люди верующие просто имеют некоторую привилегию знать выходы, знать решения вопросов этих. Но, опять-таки, это все реализовывать или не реализовывать, это уже все равно выбор человека. Если люди неверующие, допустим, они люди нерелигиозные или люди неверующие, они, как правило, не знают этого, то верующие знают. И знают автора, или познают автора этой Божьей конституции, семьи. Ну, виходить, ось люди, які носять сан, які служать Богові, служать людям, яких можна викликати у 3-й годині ночі, які буде їхати, хто зна куди, що вони якби заручники ось цієї системи, тому що служіння безперервне, служіння без вихідних. Якщо це є вихідний, то священнику треба хоча б виспатися, принаймні, елементарно. Да. І виходить, що на жінку, матушку, як там говорять, так, на неї падає весь цей тягар.
весь вона тягар. Вона потім через точно. Деякий час вона вильє все. Угу. Чи як відбувається? Я не права? Ви праві. І дійсно, знаєте ли, ця тема, вона так мало озвучена, як би, мало озвучується, але, в принципі, ця проблема существує. Я думаю, что для многих священнослужителей это очень больная тема, честно говоря. Потому что вот я лично очень болею этой темой. Почему? Потому что как священнослужитель я большую часть времени, почти все время посвящаю, получается, людям. А в своей же семье, своим детям, вот дети уже взрослые у нас, хотя у нас есть младшая дочь, школьница еще, значит, но остальные уже закончили школы, учатся, работают. И, знаете ли, я вижу их уже взрослыми, уже братьями и сестрами, но я понимаю, что как отец я очень мало уделял времени им, когда они были маленькими еще детьми, подростками. Вот, и я понимаю, что это, ну, очень опасное недоразумение, очень опасное. Но я по-хорошему порой завидую своей супруге, которая наблюдала, видела все это, на ее глазах они росли, вот, а в моих глазах они очень быстро как-то выросли, потому что я даже бывало такое, я каялся об этом уже, я говорил это у себя в церкви не раз, рассказывал случай один, когда мы жили здесь в Киеве, на Харьковском, там снимали квартиру, и так получалось, я приехал с одной библейской школы, где-то с Западной Украины, по-моему, приехал я, домой приехал на один день, утром приехал с поезда домой, и вечером уже опять на поезд ехал на восток Украины, в другую библейскую школу или семинарию какую. И знаете, дети маленькие были еще, дети провожали меня, радостные, что папа заехал домой. Не было пару недель или неделю, вот, но день один дома, значит, с детьми, и потом уезжаю снова. Дети меня провожают, и сын старший: «Папа, приезжай еще», сказал мне на пороге. Знаете, у меня аж сердце оборвалось. Думаю, ну, Колюшка, ну, сынок, я ж не гость здесь. Вот, но я ехал потом туда, в библейку, и, знаете ли, и по дороге, ну, просто каялся, говорю: «Господь, ну, помоги как-то привести в порядок более или менее это все». И после того случая я как бы взял уже за правило, что не на один день хотя бы дома быть, ну хотя бы пару дней, хотя бы там три дня, может быть, или даже неделю вырывать из этих поездок. Вот, это хоть как-то восполнило вот мое семейное какое-то, знаете, вот житие. Но основная часть, конечно, всего воспитания, это на матушке, как вы сказали, да, на самом деле, на супруге священнослужителя, и в моем случае это так, и я скажу, что Бог мне дал просто удивительную женщину, удивительную жену, и, ну, я, знаете ли, без всякого там этого лишнего, я мало могу, может, делать-то комплименты такие хорошие, но я скажу, что моей жене есть за что комплимент сделать хороший. Она золотая у меня жена, на самом деле. Потому Шестеро детей, да, и все на ее плечах. И, знаете ли, ну, как бы, и испытание, тем более служение мое очень такое специфическое, непростое. У меня у самого порой к Богу столько вопросов по этому поводу. Почему именно такое служение? Мне проще было бы стать просто протестантом, потому что я вот именно несу служение такое реформаторское, евангельское служение. Но я в рясе, вот, с крестом, с панагией на груди, как епископ церкви, и знаете, и все это тоже и на ее плечах, это тоже и на ее душе, в ее молитвенной жизни, и я очень Богу благодарен. Знаете, я поэтому будущим священнослужителям, или кто еще на пути к этому, кто готовится стать служителем, я всегда говорю, это самый главный в жизни вопрос для человека, это вопрос женитьбы. Если правильная будет женитьба и правильная половинка, именно твоя половинка, да, то вы все пройдете. Если ошибешься, это как у сапера. Один раз только ошибешься, все. Это уже, значит, это несчастье на всю жизнь. Я много очень служителей и протестантов знаю, семьи, и православных, ну, греко-католиков, допустим, римо-католиков, у них, они решили проблему эту очень радикально, целибатом, монашеством, ну, как бы, ну, дай бог им здоровья, конечно, но я считаю, они не правы. Так не решишь проблему, потому что проблема не решается вот безбрачием. Это не выход, и это лишь
усугубление проблемы, по сути. Потому что Бог нас создал людьми, мужчинами, женщинами, и Он благословил, как вот в слове написано. Можно я прочту? «И сказал Бог» в первой главе «Бытия», 26 стих, «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте, и далее, и далее». Вы знаете, удивительно, в Библии, я себе скачал тоже с номерами Стронга, как раз пересматриваю и восхищаюсь, вот именно как оригинально стоит слово «эхад», что «будут двое одной плоти», дальше написано. Потрясающе. Это по отношению к Богу лишь употребляется, да, вот «Шма Исраэля», да, в молитве еврейской, «Адонай Элогейнум, Адонай Эхад», «Господь наш, Господь единый есть». И по отношению к человеку, по отношению к мужу и жене, к мужчине и женщине. Вот, и я считаю, что счастлив человек и полноценен может быть именно вот в семье, изначальный Божий замысел. И поэтому молюсь тоже и за братьев моих, священнослужителей разных конфессий, разных деноминаций, чтобы все были счастливы в семье. Как Толстой Лев Николаевич писал правильно, что если человек, он счастлив в семье, он счастлив. А если он в семье несчастлив, то как бы он ни был бы там, знаете ли, там президентом, даже если супердержавы, он несчастлив все равно. Ви згадали вашу дружину, дуже добре її зарекомендували, Інна її звати. Як ви її бачите у нас на ефірі? Вона може розповісти про те, як вона займається вихованням синів, дочок своїх? Я очень хотел бы, чтобы она была вот и на радио, и свидетельствовала об этом. Она у меня очень скромная женщина. Ну, як у всіх служителів, ми зіштовхуємося із цим коментарем. Не совсем так. Говірка. Не совсем так. Она у меня очень скромная. Вы не поверите. Мне даже самому порой, как говорится, клещами слово из нее тянуть приходится. Она мне очень скромная, и это ну, просто дар Божий вообще. Обычно женщины очень говорливые, вот как бы, значит, им нужно много говорить, да, значит, но в отличие от мужчин, хотя и есть всякие исключения, есть мужчины такие, что любую женщину заговорит, вот, значит, я таких знаю, братьев, вот, значит, но чаще всего, процентов 99, наверное, женщин все-таки они именно больше говорящие, вот, а мужчины больше слушающие, хотя есть исключения, вот, но мне удивительно, Бог дал жену, которая именно вот слушающая, жена, значит, и почти не говорящая. Вот, но, знаете ли, я видел, я теперь уже прошли годы, я вижу в этом, ну, дар Бога для меня. Потому что я не знаю, как я бы вел себя, если бы у меня была бы жена вот, из говорящих. Вот, потому что, ну, я слушающий, но вот Бог призвал меня к говорением, будем так говорить. Вот, и спустя годы, мы уже вот, порядка 30 лет вместе, да, и получается, что я вижу промысел Бога вот в том, что мы сошлись, в том, что мы соединились в одну семью. И я верю в этот промысел божественный, поэтому к молодым людям я всегда говорю, молитесь, молитесь, потому что и она молилась, и я молился, мы молились примерно одинаковой молитвой. Она готовилась в женский монастырь, я готовился тоже стать монахом, в принципе, мы познакомились-то не будь где, а в храме, и наши священники, мой духовный отец, ее духовный отец, это было в России, значит, они старые друзья, вместе учились в семинарии в одной, оба отца Иоанна, значит, отец Иоанн Поташинский, Квятович, они оба Западной Белоруссии, евреи, православные, священнослужители, такого вот, вот как вот Александр Меня можно вспомнить, я своего отца Иоанна вспоминаю, духовного наставника моего первого отца. Вы знаете, вот очень мудрый человек, именно глубоко воцерковленный православный человек и очень молитвенный человек. И когда мы познакомились, знаете, мы были вот действительно, ну, без пяти минут монахами. Она готовилась в монастырь женский, она, значит, у меня выполняла правила монашеское, значит, помогала стареньким монашкам, значит, ухаживала за ними там при храме, вот, значит, и...
Ну, а я готовился вот к такому монашеству, ездил по лаврам, по монастырям, значит, и, в общем-то, даже в семинарии, 87-й год, 88-й год в Загорске, значит, я больше проживал в кельях монашеских, мне нравилось больше бытие монашеское, честно говоря. Вот, тем более, думаю, что я с девчатами никогда не дружил, как у меня как-то, никогда, другие ребята там дружили в школе и везде, я как-то все время сторонился, думаю, наверное, моя судьба быть вот таким вот, одиночкой. Вот, тем более, что в храмах тогда, 80-е годы, особенно-то и не было, ну, молодых девушек, да и ребят мало было. Вот, значит, я, честно говоря, когда хором тогда, 80-е годы, руководил хором церковным, самый молодой моей подопечной было 65 лет, самый старший было почти 100 лет. Но я думал, наверное, вот, ну, как бы... Судьба моя. Судьба моя такая, буду, значит, неженатым. Но когда я увидел мою супругу будущую, вот у меня, вот люди говорят, первая любовь, ну, как бы любовь вот с первого взгляда. Да. Некоторые говорят, такого не бывает, другие такого, это бывает. Вот я вот за что купил, за то продал. Я от Бога получил вот с первого взгляда. Вот хотите верьте, хотите нет, но она еще сомневалась, она еще там брыкалась, как бы, значит, но у меня вот, значит, как увидел, у меня сразу внутри, как вот, ну, как говорят, ёкнуло что-то, вот, я... У меня сразу четкое понимание. Да? Уверенность 100%. Это моя. Это моя жена. Хотя я с ней не разговаривал тогда еще. Просто видел ее в храме. У них, когда в храме я тоже иногда читал, пел там в храме у них. Вот, значит, приезжал тоже Никольская церковь, только в Московской области, Солнечногорск. Приезжал к ним. Вот, значит, и я видел эту девушку, значит, и вот у меня внутри... Хотя я думаю, а сам... Как-то спросил, как-то одну там монашечку спросил, значит, а вот, а что за девушка у вас там вот? Помогает тоже иногда. Она говорит, а, это Инна, она в монастырь готовится. Думаю, ну, ладно, как бы, наверное, что я не то себе накрутил, да и я сам в монастырь-то собирался, думаю. Вот, значит, но Бог нас свел вместе. И теперь прошли годы, и, знаете, я Бога благодарю, что все так получилось. Потому что Бог усмотрел нас друг другу. И пусть Бог усмотрит и ваши ситуации вот именно друг другу. Потому что если, допустим, вы призваны миссионером, то жена, которая домоседка, это не ваша половина точно. Значит, допустим, или наоборот, если Бог призвал вас именно вот служителем таким стационарным, вот как бы, да, вот пастырем-домоседом, как вот говорят, да, значит, то как раз вот ваша половинка именно вот будет и такой. Вот. Если вы говорливы, то, ну, одним словом, неважно то, даже кто вы. Главное, будьте счастливы. Будьте счастливы, будьте в семье счастливы. Потому что Бог, сводя нас вместе, вот это соединяет таинство. Это таинство брака. В православной традиции, хотя протестанты не считают это таинством, как правило, но это, поверьте, это действительно таинство. Это тайна. Даже Павел пишет, что, помните, Ефесянам, что это по отношению ко Христу и к церкви. По отношению ко Христу и к церкви. Называют таинством. Добре, Бог, ви вживаєте це слово, усмотрела. Ну, а давайте візьмемо ті подружжя, а ті отих молодих людей, які не мають всередині отакого усвідомлення 100%, що це вона або він. От як правильно зробити вибір? На що варто звернути увагу, щоб не просто керуватися якимись, те, що на айсбергу, ну, дійсно, щоб це було на роки? Да, ви дуже красиво сравнили з айсбергом. И, кстати, сегодня в семинаре пример тоже приводил, как раз с этим айсбергом. Есть вершина блистающая. Я лишь один раз в жизни видел айсберги эти. И это очень красивое зрелище. Я был, ну, как бы, у захвате просто вообще, действительно. Это острова блистающие над черной водой. Вот глыбы снега, льда этого. Но дух захватывает от того, что... Ты понимаешь, когда осознаешь, что самая основная часть, она не видна тебе. Это же целый остров плавающий. И знаете, действительно, мы, проживая годы, у нас один из священнослужителей вот отпраздновал золотую свадьбу семья. Уже больше 50 лет они вместе. И я спрашивал отца Юрия, говорю, вот как вот у вас в семье? Говорит, мы, ну, притираемся. Вот мы познаем друг друга, и некоторые считают, что познание, допустим, друг друга – это очень такой легкий путь. Нет, нам вечности не хватит друг друга познать. Это реально, потому что внутри каждого из нас есть такая бездна, которая
верхушка, она лишь кое-что раскрывает, кое-что показывает нам, как обертка какая-то, но сама наша бездна, она внутри, она не видна. Мы можем прочувствовать друг друга. Допустим, вот маленькая история. Когда я увидел девушку, Инну, мою будущую супругу, да, вот один из эпизодов, ну, такие вещи я замечал. Допустим, я пришел как-то в храм, как-то рано, еще задолго до служения, как раз, думаю, книжки все разложу, богослужебные эти книги для чтений. И вижу, эта девушка, она, значит, помогает какой-то бабушке нести там ведра, потом она как полы мыла, я пока в храме там, пока на клиросе все раскладывал, все книги, вижу, она полы моет, и я как-то обращал внимание, пару раз обратил, как она моет. И мне, знаете, мне так понравилось, как она моет полы эти, вот именно не просто помогая монашке даже этой старенькой, не просто даже, знаете, вот, ну, чтобы было чисто, а вот ну, для Бога она. Было видно, что это как молитва для нее. Вот. И мне это так понравилось. Знаете ли, некоторые люди молятся и даже таким образом. Вот. И я не ошибся. Внутри вот это чутье, оно сработало. Знаете ли, мы притягиваем подобное. Хочешь, не хочешь. Даже неверующие люди это замечают порой. Что мы притягиваем подобное. Ну, в народе говорят так, грубо говоря, да, дурак дурака видит издалека, значит, как бы, значит, и это не только касательно дураков, это касательно и христиан, и всех-всех, то есть человек, допустим, который, он такого сектантского типа, да, вот, ума, считая, допустим, что только лишь вот он правильный, как бы, он подобное будет притягивать в своей жизни других людей. Человек, допустим, аферистского такого склада ума, допустим, обманщик, да, он лжецов будет тоже притягивать к себе. Вот, значит, святой святого, праведный праведного, нечестивый делающих нечестие, значит, притягивает. И это работает в жизни, тем более касательно второй половины. Поэтому самый лучший, как ни странно это звучит, вот образ притягивания второй половины, обнаружение ее в массе вокруг юноши, девушек, да, значит, мы друг друга, как мы можем узнать, да, обычно, конечно, да, для мужчины, как для, ну, это образ, да, красивый, да, ну, красота, она проходящая, как ни крути, значит, много что проходит, суетно даже, но самое интересное, жена, боящаяся Бога, достойна похвалы. И там стоит оборот такой еврейский, который означает не просто похвала от Всевышнего, а похвала от человека еще. То есть имеется в виду, что действительно ты проходит время, и ты начинаешь это как бы как похвала, как уважение оказываешь. И Всевышний оказывает уважение женщине, и человек оказывает уважение женщине своей, жене своей. И, то есть есть вещи, которые не поддаются старению, наоборот. Проходит время, и человек еще больше начинает уважать, и больше любовь, она как бы прогрессирующая, как ни странно это звучит, для этого мира. Вот в этом мире считается наоборот, как бы. Тем более, что примеров более чем достаточно обратных примеров. Вот, когда ненависть прогрессирующая. Но когда мы... Да, и вот по поводу обнаружения своей половинки. Углубляться внутрь. Потому что ты притянешь подобное. Если ты любишь Господа, и ты погружаешься в эту святую любовь, то ты притянешь такого же человека к себе. И просто, в конце концов, ангелы подтолкнут вас друг от друга. То есть вы сойдетесь, вы встретите такого человека. Ну, по крайней мере, хотя каждый случай уникальный, но я вот на своем примере я это знаю точно. На примере своей жизни я это знаю точно. Вот того, кого нужно, вот именно. Ваши половинки. И тем более, кстати, вот это эхат, слушайте, оно же означает две части одного целого. Как двустворчатые двери, допустим, как вот две части одного плода, допустим. Это или карта, разорванная пополам, и по одной из половинок ты не найдешь это сокровище, должен вот всю карту иметь. То есть это целостность. Тобто ставку робити не на... Свідання, не можу перекласти українською, а не на цьому, а якась справа, за якою ти можеш побачити, якщо це можливо, внутрішній стан людини, її намагання, її пріоритети. Да, вот этот внутрішній стан, он, знаете ли, он порой через глаза ощущает, через какие-то телодвижения,
через какие-то поступки, какие-то такие мелочи, может быть, даже, на которые другие люди внимания не обратят, не обращают. И через это видна душа. Ну, она как бы так вот пробивается сквозь это все. Значит, и знаете, действительно, когда вот... Я знаю много других еще примеров, просто других семей. Когда человек любит Бога, да, то он для себя ценное это находит, определяет, и это уважает, и это ценит. И вот сейчас проходят годы эти, да, 30 лет почти вместе мы, и я понимаю, что сейчас вот моя любовь к моей жене, она больше, чем вот тогда была. Тогда, ну, тоже любовь, но это другое немного... Ну, как все выросло. Качество, да, да. Разрослась, как бы выросла, и я теперь ну, понимаю, что это мое счастье, это моя жизнь вообще, это мое все. Вот. Конечно, да, тогда по молодости, ну, тоже любили, тоже, но другое немного восприятие было, честно говоря, другое немного восприятие. И самое удивительное, как, допустим, и познание Бога, здесь за эти годы служения, да, за годы христианства моего, я понимаю, что что-то узнаешь о Боге новое каждый раз, каждый пару день, порой каждую неделю, каждый месяц, каждый год что-то новое узнаешь. Как вот, но это погружение в Него, пропитывание им, как вот слово «баптизо», да, «баптизо» слово, которое в современном греческом языке, оно вот по номерам там Стронга, оно переводится как «погружение» в смысле «окунание». Но в старом наречии «кое» это погружание в смысле пребывания там и просаливание этим всем. И греки древние, эллины, использовали и до Христа еще, до нашей эры, и еще там лет 200-300 после уже написания Нового Завета это слово использовалось для описания соления огурцов. И вот огурцы, которые прошли просолку и имеют соль уже в себе, вот они назывались баптизо. По отношению к ним слово баптизо употреблялось. А к малосолу, который имеет только ли соль на шкурке еще, а внутри он сохраняет свежесть, к ним отношение баптизо не употреблялось. Поэтому действительно слова Иисуса, которые он сказал, что кто уверует в меня, да, и крестится, некоторые считают, что здесь идет речь о водном крещении, но это лишь в очень малой степени на самом-то деле. А по сути это никакого отношения к крещению водному это и не имеет, это слово. По сути, буквально расшифровывать для современного читателя, слушателя слова Иисуса можно так. Кто уверует в меня и погрузится в меня, и пропитается мною, будет спасен. А кто не уверует, ну, так и погибнет на грядке этого мира. Но Бог хочет, чтобы весь урожай был спасен, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, пропитались его любовью, а он пропитывается нами. Он познает нас, мы познаем его. И в этом, представьте, впереди еще вечность для познания, Бога познания. И у него есть, что нам целую вечность показывать. У него целую вечность есть, что открывать. И для человека познавание друг друга — это вечность. Я убежден, что то, что мы на земле, вот как отец Юрий, допустим, там он уже золотую свадьбу сыграл. Молодец. Но даже 50 лет, это как вот с позиции вечности, это как пшик, пшик. Это как ничто вообще. Вот впереди целая вечность. Мы будем не только Бога познавать, мы будем друг друга познавать тоже. Узнавать больше и больше. Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти. Дорогі радіослухачі, наша програма триватиме ще декілька хвилин. Якщо у вас є запитання, ви можете його зараз озвучити, набравши або номер, як уже сказали попередньо, 280-03-05 або 067-123-7575. А в студії сьогоднішній учасник – це архієпископ Української реформаторської православної церкви Сергій Журавльов. Давайте от щойно прозвучало питання у нас у Вайбері. Не называючи имен, мир вам, светлое радио. У меня есть вопрос. Как поступить, если ты ошибся в партнере? Как поступить и как жить дальше? Очень сложный вопрос. Надо как-то жить дальше. Каждый случай такой надо рассматривать отдельно.
нельзя, я считаю, нельзя давать вот на подобные вопросы такие универсальные ответы. Нельзя просто-напросто. Это даже преступно где-то. Я считаю, что каждый случай должен рассуждать о нем и молиться. Я знаю много случаев, когда люди, вот утверждающие подобные вещи, приходя ко мне, мы общались, мы молились, потом проходили некоторые месяцы, порой год и больше, и они понимали, что это была действительно, у них проблема была здесь и здесь. А на самом деле они как раз и подходят друг к другу, и на самом деле это не ошибка была. Просто им кажется это ошибкой. Вообще, Господь, Он может даже несовместимое совместить вообще. Если мы, и даже если одна из сторон, брак разваливается, допустим, но одна из сторон готова сражаться за, этот, за семью, Богу есть уже право действовать в вашей семье. И чудеса происходят, реально чудеса происходят. Бог меняет человека. Поэтому, ну, скажу так, вот такие слова говорит даже, что вот ошибся. Развод — это не выход. Это лишь усугубление проблемы. Это как бы попыткой эту проблему решить еще худшей проблемой. Это как бы затягивание петли вообще. И потом повторный брак, и третий брак. Я знаю такие случаи, ну, ой, как говорят в Украине, хай Бог милує. Вот, ничего доброго не может быть из этого. Поэтому держитесь, то, что имеете, то держите сейчас и молитесь. Ну, это универсальный случай, конечно, советы такие. Вот, и, конечно, поговорите с вашим священнослужителем, пастором, там, ксёнцем, кто у вас там, в какой вы конфессии зависимости. Дякуємо за відповідь. Ще одне є запитання. Наталя з нами на зв'язку. Наталя, ви зараз в ефірі, слухаєте? Я, так, слава Ісусу Христу. Навіки слава. Хочу архієпископа запитати, бо щось ці реформаторські церкви, я дуже чую, часто повторюються. Що ваша церква представляє, що за реформи? Я все думаю, що Ісус той самий, що був, є і буде. А Амінь. Що зараз реформують? Одну секундочку. То, так як у нас програма «Сімейна консультація», у нас питання от, власне на цю тематику. Да, але, да. Будь ласка, в двох-трьох словах поясніть, тому що питання для Наталі зараз нагальне. Церква постійно реформується. Дійсно, церква непрестанно реформує. Реформація – це не нове, це повернення хорошо забитому старому. Це возвращение к истокам. То есть, вот если вкратце. Ну, а так вот на Ютубе там или где-то еще посмотрите, значит, поймете, там увидите мои проповеди, беседы, учения. Добре, у нас є можливість дати відповідь на ще два питання, так, у Вайбері та у Скайпі. Так. А перше про любов. Любов сім'ї – це дар Божий? Знак питання. Якщо да, то чому люди живуть по-разному і люблять по-разному? Разве Бог дає одним більше, а другим менше? Или Бог одних любить більше, а других менше? Бог ізливає свою благодать на всіх. Просто наші сосуди порой дуже маленькі, способні дуже мало вмістити цю любові. А Божий дар любви безграничен. Поэтому расширьте свои сердца просто. Примите эту Божью любовь. Она безгранична. То есть не меру дает Бог духа и любви. Поэтому действительно, любовь — это дар Бога. Но чтобы принять ее больше, просто, ну, будьте готовы, принимайте, прямо сейчас принимайте эту любовь божественную, ваше сердце. И этой любовью любите вашу жену или вашего мужа, вот, ваших детей, внуков, этой любовью. Позвольте ему любить через вас. Еще одно запитание по бездетности. Мені так боляче. Бог посилає дітей у неблагополучні сім'ї або жінкам, так, що роблять аборти. І не посилає нам, чоловікові і жінці, що люблять один одного. В Старому Завіті говориться, що бездітність була страшним пороком і нещастям. Невже у нашому випадку так само? Ви знаєте, не відчаюйтесь, молітесь. Благословляю вас прямо зараз на беременность і зачаття, беременность і роди. Я знаю, о чем говорю, потому что наша семья тоже прошла и даже через это. Потому что когда мы поженились, нам медицинские, по медицинским показаниям говорилось, что мы не можем иметь детей вообще. Но у нас шестеро, напоминаю, шестеро детей, которых мы родили сами. Это о многом говорит, это чудо Божье. Поэтому, когда мне нужно вспомнить чудеса Божьи, я далеко не хожу. Я вспоминаю, вот да, жена, дети, вот смотрите, Бог совершил чудеса. Поэтому для Бога ничего невозможного нет.
если отец наш Авраам, будучи столетним, стал отцом, слушайте, вот, значит, поэтому никогда не отчаиваться, молиться. И, конечно, дар Божий жизни — это, конечно, дар Божий, на самом деле. И, знаете ли, как вот в народе говорят, закон подлости такой. На самом деле бывает, что у кого-то густо, у кого-то пусто. У кого-то, значит, кто-то аборты каждый год делает, а кто-то, значит, не может и в жизни забеременеть. Бог порой закрывает утробу. Я не знаю, почему. Все тайны мы узнаем только лишь на небесах. А кому-то утроба открывает. Пожалуйста, беремени, будь матерью. Это дар Божий, но кто-то этот дар игнорирует, кто-то принимает. Знаете ли, но когда мы с Богом и погружаемся в Бога, нет ничего невозможного для Бога. Сара, наша мама, да, прамама, она забеременела тоже, будучи вот тоже бабушкой. Он по возрасту уже такой старенький, почти 100 лет тоже. И знаете ли, Бог мертвый, он оживает, оживляет, оживотворяет. Вот, и, ну, конечно, те, кто игнорирует этот дар, пренебрегает этим даром жизни, тягчайшее осуждение принимает, к сожалению. Но, опять-таки, выход есть. Даже если вы губили души, просто примите от Бога прощение, исцеление, освобождение это, и скажите: «Господь, я теперь принимаю дар жизни, я не буду игнорировать это благословение, я принимаю и буду это благословение нести в этот мир». Слава Богу. Бог создал нас действительно людьми удивительными, и все тайны мы узнаем только лишь на небесах. У меня тоже куча вопросов к Богу, честно говоря. За эти годы у меня очень много вопросов накопилось. Значит, и я знаю, что далеко не на все вопросы есть ответы. В моей жизни я сам порой мучаюсь, знаете, вот проходят годы, не нахожу ответов. Но я знаю самый главный ответ, что в Боге, когда я погружаюсь в Него, каким-то удивительным образом Он меня успокаивает. Каким-то удивительным образом он говорит, как бы говорит внутри: «Сын, успокойся, придет время, все это узнаешь. Сейчас просто расслабься в моей любви, успокойся просто во мне». И это мне приносит облегчение, действительно, и стимул идти дальше, забывая заднее, простираться вперед и трудиться на этой земле. Да, мы все делаем ошибки, и порой глупости какие-то в жизни, знаете, но кто-то больше, кто-то меньше, но есть дар Божий, жизнь вечное во Христе Иисусе Господе нашем. И это не просто касается будущего жития нашего, это касается и вот сегодняшнего, сейчасшнего. Мой первый духовный отец об этом очень говорил, мне очень хорошо. Он сам в Западной Беларуси был, он таким говором, таким еще белорусским, Сережа, говорит, Сережа. И рай, и ад, он говорил мне, начинается для человека еще здесь на земле. Не тогда, когда вот умрем, еще здесь на земле. И дай Боже, чтобы в наших судьбах рай расцветал, умножался, райский сад, чтобы наша жизнь и наши семьи, наши дети были действительно как сад, напоенный водою, благословенный во имя Христа Ісуса. Дякуємо за відповіді. Мабуть, довершимо цю програму. Це була остання відповідь на питання, так, як побажання, угу, але завершимо ми молитвою. Так. За всіх в чому в контексті ми говорили, і ось останнє повідомлення зачитаю. Очень прошу ваших молитв за отношения. У меня не складывается ничего. Попадаются только, чтобы обидеть. Да, ой, это очень больная тема. Я тоже молюсь. И в нашей церкви есть тоже вот такие сейчас нужды. Господь, Отец, Бог Святой, я благодарю Тебя за жизнь. Благодарю Тебя действительно за то, что Ты создал нас. И Ты создал нас не на страдания и мучения, Ты создал нас на радость, на счастье. Боже всемогущий, я знаю, что хотя история пошла наша людская не так, как и хотелось бы, но и наши судьбы порой идут вот совсем не так, как действительно надо бы. Но я знаю, что когда мы обращаемся к Тебе, когда мы познаем Тебя, совершаются чудеса, и наши пути выправляются, и все исцеляется. И наше сердце, наши взаимоотношения. Боже всемогущий, пусть, Боже, действительно, наши сердца, мужчин и женщин, юношей и девушек, успокоятся в Тебе. Пусть те, кто еще не знают Тебя, познают Тебя, Боже. Пусть те, кто познают Тебя, встречают именно свою половинку и будут счастливы в своих семьях. Боже, те, кто уже в семье создал семью, и, может быть, где-то разочарован. Боже, помоги, Господь Боже, всякое это
разочарования, эти ошибки переступить и идти вперед с тобой и вместе с тобой, Господь, принимать твою любовь и эту любовь изливать в свою семью. Во имя Христа молю тебя, Господь Божий, о детках, молю тебя о внуках, Господь, молю тебя, Господь Божий, действительно, чтобы та вера, не религия, не традиция, не просто внешняя какая-то обрядность, а сама суть нашей веры, Христовой веры, чтобы она передавалась нашим детям. И та вера, которая сейчас горит в наших сердцах, чтобы она была в сердцах наших детей, наших внуков. Во имя Христа благодарю тебя и благословляю моих братьев, сестер старым, добрым, библейским, еврейским благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Амінь. Дорогі радіослухачі, а сьогодні у сімейній консультації участь брав архієпископ Української реформаторської православної церкви Сергій Журавльов. Дякуємо за служіння. Дякую вам.